Здравствуйте, сегодня будем делать вот эту стенку в декор. Сейчас вот тут грунтуем. Какой грунтовкой ты дал? В один слой, второй слой потом прогрунтуем, чтобы не было никаких пробелов. Потом берем краску, красим как подложку. Ее она уже заколированная там цвет. И потом поверху двумя слоями лавы. Будем все показывать, как это делается. Стенка от угла до угла. Грунтуется валиком, чтобы не было потеков, потому что декор нежный. Все раскатывается, чтобы потеков лишней грунтовки не было. Углы. Так, ну и вот вторым слоем грунтуем вот этой грунтовкой. Так же самое раскатываем, все углы прокатываем. И ничего сложного. Главное раскатать, чтобы не было потеков. Так, ну и вот мы после того, как прогрунтовали, делаем подложку с краски. Вот такой вот. Разбавили на 10% водой. И наносим первый слой. Наносим первый слой, потом вторым закатываем. Уже густой. Да, второй слой будет густой. Не было пробелов. Да. Ну, вот краска латексная. Ну, это мы делаем сразу две комнаты. Вот тут уже покрасили, я не успел снять. Здесь уже вот она. Готовая первый слой. Там еще плинтуса будет клеиться, но это... Их надо было изначально поклеить, это уже сказали делать. Мы отговаривали, но настояли. А что бы мы делали, это уже проблемы заказчика будут. Ну вот это первый слой готовый. Покажу, как будет выглядеть, когда вторым слоем будем покрывать. Так, ну и вот мы покрасили в два слоя, вначале все оно высохло. И теперь наносим уже слой штукатурки лава. Заколированный. Наносится она. Наносится, разглаживается хаотично в разные стороны. Равномерно. Это первый слой. Потом будет второй. Главное равномерно. Хаотично. Чтобы материал был ровно. Ну и перед этим, конечно, хорошо с ведром вымешать венчиком, чтобы не было никаких густов краски или других застывших вещей. Ваш папера.
Да, следовая шпателя мы полностью, чтобы не было. Был такой хаос рисунок. Хаотичный, потому что должен быть приглаживаться. А потом вторым слоем. Ну, первый слой доделаем, включу. Вот еще раз, как второй слой, то наносится. Главное разглаживать, не оставлять следы от шпателя. Ровные линии. Хаотично. Ну, по-моему, так симпатично получается. Так, ну и вот что у нас получилось. Все полностью сделано. Она еще не высохшая, но полностью финальный слой сделан. Такой вид имеет. Делайте. Ничего сложного здесь нету.